Анатолий Мочеленко, гитара. Петр Дольский, бас. Павел Тимофеев, ударная. Феликс Лохоти, электроскрипка. Thank you.
Thank you.
Love on the round.
Как настроение? Thank you.
Вот бывает, возьмешь порой музыку афроамериканского композитора и положишь на нее стихи известного афророссийского поэта. А кто является афророссийским поэтом у нас? Александр Сергеевич. А потом бывает, найдешь на антресолях перевод этих стихов на украинский язык. И что получается тогда? Следующее. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука, но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, сидеть и думать про себя, когда же черт возьмет тебя. Ага. А теперь лауреат сталинской премии, поэт Максим Рыльский, перевод. Не дядьку честным бездоганый, коли жартом за немих, не боже змусив до пошани, і краще вигадать не міг. Воно для інших приклад божий, але яка, ну то та боже, прихворим день і нич сидить, не покидаючи на мить, яке лукавство двуязике, напивши Бога розважать, йому подушки поправлять, журливо подавати ліки, зітхати і думку берегти. Коли ж візьмуть тебе чорти? We'll be right back.
Мочеленко, Павел Тимофеев, Петр Дольский, Феликс Лохотин. Спасибо вам большое.